1 вересня 1972 року вперше відчинила свої двері для талановитої малечі Миколаївська дитяча художня школа. Будівля закладу за адресою Спаська, 20, увійшла в історію архітектури старого Миколаєва під назвою «Будинок Ерліха» або «Будинок з Меркурієм». Тут у 19 сторіччі жив купець першої гільдії Іван Ерліх, якого в квітні 1881 року затвердили на посаді бельгійського віце-консула в Миколаєві. Збудована споруда в улюбленому стилі архітектора Івана Штукенберга – неомодерн. Ось вже 45 років юні миколаївські художники в цій будівлі здобувають знання з різних дисциплін – малюнок, живопис, композиція, скульптура, історія образотворчого мистецтва. Школа має свою історію, багаторічні традиції, індивідуальне творче обличчя. Знаковою подією у творчому житті закладу стала звітна виставка «Художці 45», яка відкрилася у виставковій залі міського центру культури та дозвілля. В експозиції було представлено майже 300 кращих художніх творів – роботи учнів школи за останні 5 років. Для нас действительно творить это праздник. Здесь представлены работы разных преподавателей, разных возрастных уровней, разных техник. Здесь есть много работ по экодизайну, здесь есть народное творчество, здесь есть академическая линия нашей школы. Маленькие, взрослые, средние дети, разные. Мы чувствуем потребность отчитываться перед громадой, чувствуем потребность отчитываться перед городом, который нас финансирует. Нам нужны новые ученики, чтобы люди знали, чем занимается художка, чем она живет, какие у нее достижения. Нам самим интересно это все, нам интересно и мнение окружающих людей. В 2012 году была выставка, посвященная 40-летию. Она несколько отличалась от этой выставки. Здесь у нас сейчас на самом деле много представлено объектов дизайнерских, которые участвовали в оформлении новых годов в нашей школе. У нас традиция оформлять Новый год дизайнерскими объектами. И вот эта дизайнерская линия – это то, чего на предыдущей выставке у нас не было. Для учениці художньої школи Наталі Кононової це вже не перша виставка. У 2016 році вона стала переможницею бієнале дитячої творчості. Учусь в художественной школе, три года. Плюс еще нульовой класс. Я люблю рисовать на краске, а не пачка, что я люблю больше там аппликации. Еще у нас деревообработка, если я увлекаюсь деревом. Люблю там из дерева делать разные изделия. У меня хорошо получались ангелы, и я очень любила их рисовать ручкой, там, синей или черной. Все знают, что ангелы добро, они никогда не приносят зло, они охраняют, защищают. Я начала их рисовать, потом наступило начало Пасхи, и нам задали задание нарисовать эскизы с Пасхой. И только я додумалась нарисовать с ангелами. У кожному досягненні дітей кропітка праця викладачів, їх досвід. Нерідко випускники повертаються до школи вже як наставники. В школі я преподаю 3 роки, але я закінчувала цю школу много років назад вже. І школа, изменилась в своем творчестве. Немножечко со временем стало идти, много со временем. Здесь представлены работы детей, которые были сделаны в течение 5 лет относительно выставки 40 лет, которая устраивала школа 5 лет назад. Это такой рубеж, где дети наработали что-то новое относительно старых работ. Наша школа сделала шаг в направлении ближе к маленьким детям. Появились группы платных услуг. Это дети 5-10 лет. Дети работают совсем по-другому. Это другое направление.
Дети работают ярко, динамично и интересно. В этом зале предоставлены именно работы этих детей. Потом в следующем зале предоставлены работы в категории 15-14 лет, там более серьезные работы. И шаг в новое, это много декоративных работ, это куклы, мотанки разные, и современные, и более народные. Пластилин представлен, новые работы по ватананке, потом витражи, да, это как у нас такого не было еще в школе, ну и, естественно, скульптура, графика, живопись. Мы впервые на Украине ввели в школу столярный дизайн. Ни в одной школе Украины этого нет. Мы разработали для этого авторскую программу и сейчас ее успешно внедряем. И для этой программы у нас есть столярное, дорогое, хорошее, качественное оборудование. И есть интерес со стороны детей к этому предмету. Вот эта выставка одна из самых праздничных, одна из самых разнообразных, ярких и по материалу, и по техникам, и по фантазии. Но она, на мой взгляд, является одной из квинтэссенций, ну, всего вот этого творческого пути школы. Они показывают сегодня свои достижения, свой уровень очень высокий, поверьте мне, это я говорю вам со знанием дела, потому что признание эта школа имеет не только в Украине, а и во всем мире, грубо говоря, от Японии до Америки. И они получали награды на многих конкурсах. За 10 років школа взяла участь у 35 міжнародних виставках-конкурсах – 20 переможців, у 13 всеукраїнських – 22 переможці, у 8 обласних – 31 переможець. Найбільш значний захід – всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Об'єднаємося ж, брати мої». Мы готовы выставиться всегда, у нас всегда много работ, всегда. Мы участвуем за год, мы участвуем 5-6 международных выставок, 3-4 всеукраинских, областные выставки. Мы готовы всегда к выставке. Миколаївські діти надзвичайно талановиті. Підтвердження тому – результати міського конкурсу «Моя неосяжна Україна». У ньому взяли участь учні всіх шкіл і відділень естетичного виховання Миколаєва. Захід був започаткований дитячою художньою школою спільно з управлінням з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Минулого року це був арт-проєкт «Крим – це Україна». Цьогоріч ініціатори запропонували дітям відобразити особливість і красу Миколаєва. Пленер нашого міста ось таким різнобарвним. Відомим і водночас невідомим побачили юні миколаївські художники рідне місто. Відвідання спеціально організованих в рамках виставки конкурсу пленерів далося в знаки. Количество преподавателей, которые руководили, это 5-6 педагогов. То есть это как бы не все принимали участие. В нашей школе две группы ходили на пленэр, поэтому фамилий детей немного. Каждый ребенок представил 3-4 работы. В нашей школе это была Иванова Наталья Александровна и Гадулян Инна Юрьевна. Діти писали етюди з натури, створювали композиційні пейзажі і представили свої роботи на розгляд компетентного журі. Мы с детьми 12-11 лет ездили по городу. Значит, дети работали маслом, они брали холсты, мы выезжали даже далеко, не обязательно по городу, мы выезжали на Небулон, мы выезжали на речку, и вот они делали такие этюды. Этюды были быстрые, маслом надо было сделать, кто-то делал один этюд, кто-то делал за пару часов два этюда даже маслом. И потом мы приезжали и уже уточняли более точно уже в классе. Но дети работали маслом очень быстро и с таким вдохновлением, с такой быстротой. Им очень понравилось. Журі дещо ускладнило критерії, за якими обиралися роботи переможці. Побачити у, здавалося б, звичних пейзажах міста незвичне, відобразити на білому аркуші паперу душу цілого міста – задача не з простих. Нам потрібні люди іншої формації з різностороннім кругозором. І тому нам якраз і завдання мене, в першу чергу, як батька, стоїть так, щоб виховати, допомогти своїм дітям, які, до речі, ходять також в цю школу. І тому мені вдвічі приємно, да, приймати участь.
для того, щоб допомогти людям стати тим двигуном, які б змогли би здвинути країну до європейських цінностей. Тому що нам потрібні лідери, нам потрібні ті люди, які розривають шаблонне мислення. І тому перед нами стоїть якраз завдання і мене, як народного депутата, допомагати проведенню таких конкурсів. Музеї, пам'ятники, собори, вулиці, величаві водні простори, береги Південного Бугу та Інгулу. Кожен з учасників пленерів побачив, відчув і намагався відобразити особливості місцевих краєвидів. Журі було складно визначитися з вибором, адже важливо не просто показати, так би мовити, конкретику пейзажу, а передати в роботі власні відчуття. Вони всі цікаві по-своєму. Ну, тут вже якийсь був принцип «віжу, пишу» і такий «віжу». Думаю и пишу. Вот. И поэтому уже по такому, исходя из этих двух каких-то таких, как весы, приходилось выбирать уже работы, которые заслуживают какое-то внимание. Цвет, композиция, тема. Николаю, ну, это больше всего тоже зеленый город, здесь есть вода кругом, вот. Есть корабли, буксиры, лодки, рыбаки. Вот. А здесь, конечно, было бы хорошо вот через это пойти. Но мы выбрали там десяток работ, которых там именно буксиры какие-то, какая-то архитектура, речка, мосты. Вот то, что такое специфичное, для знаково для Николаева. Было тайное голосование, каждая работа была засекречена, она была под номером, никто не знал, какая школа, какие преподаватели. Единственное, что, конечно, они отличались, потому что ученики художественной школы писали маслом, сложно было скрыть. Некоторые писали, некоторые школы, видно было, писали только гуашью, кто-то писал акварелью. Когда мы в классе работаем, они совсем по одному работу, это вот когда мы вышли на пленэр, на природу, совсем другое. У них открылось цветовидение, они начали больше, смелость набрались. Я им показала эту смелость, что в природе очень много цветов, не обязательно это синий, там желтый, еще какой-то. И они раскрыли свои цвета, раскрыли свою смелость. И то, что надо было быстро работать, за пару часов надо было полностью сделать этюд. Это живописный этюд. Поэтому живописные качества были превыше всего. Работа должна была быть какая-то солнечная, должна быть по цвету какая-то энергетически активная, она должна была быть чистая, такая оптимистичная, жизнеутверждающая. Ну, то есть она должна была нести в себе какой-то, ну, помимо того, что образ нашего города, она еще должна быть какая-то по своим живописным качествам высокого уровня. Щодо переможців, то шляхом колективного обрання після тривалого обговорення були визначені кілька кращих робіт. Победители, мы награждать мы их будем на День города во Дворце культуры. И да, будет выставка совместная со взрослыми художниками, которую организовывает местный коллекционер Вадим Юрлов. Вот. А мы будем выставлять там только победителей. Отже, переможцями арт-проекту «Пейзажі рідного міста» стали роботи вихованців дитячої художньої школи. На першому місці – робота яхт-клуб Ангеліни Дікіної. На другому місці – робота музею флоту Микити Солонікова. На третьому місці – робота «Червоний костел» Назара Ковальова. Заохочувальні призи отримали роботи за водоуправління учениці дитячої художньої школи Валерії Канципко, каботажний узвіз учениці дитячої художньої школи Анастасії Поневежі, Балабанівський ліс учениці дитячої школи мистецтв номер 2 Анастасії Малишевської, Натхнення учениці дитячої школи мистецтв номер 2 Таїсії Сорокопут.